Надеюсь, вы с утра сказали Богу спасибо. Ну и я тоже это успел сделать за новый день своей жизни. Ну, обычно я это делаю таким образом. Ну, я молюсь, когда я плаваю. Целый час в воде. Вот. И вот какие мысли мне приходят. Потому что я постоянно ищу истину. Я хочу понять пути Божьи. Все, что было в моей жизни, и дать советы, потому что мне идет уже 73-й год. Итак, было 10 заповедей, которые Бог дал Моисею на горе Синай. Об этом говорят все великие религии мира. Этот вопрос не обсуждается. Можно спорить там о богах, кто новый бог, кто старый. Есть разное понимание, но богов, что является неправильным, потому что на самом деле он один. И вот его единство подтвердилось на горе Синае. Это было великое, величайшее событие в жизни человечества. Как я его себе представляю, с точки зрения моей, поскольку я еврей только по отцу, хотя и узнал это совсем недавно, это было все очень очень знаменательно. Ну, во-первых, расступилось море, во-вторых, оно затопило все египетские войска, и в-третьих, вышли эти люди, спасшиеся от рабства, свободные люди, люди, которые рвались к свободе. Это не обязательно были, как говорит здесь один из раввинов, евреи. То есть это все, кто хотели быть свободными. И часть из них наверняка были разных наций, потому что Египет это была невероятно мощная страна, это была империя, она захватила полмира, ну или весь мир в то время. И эксплуатировала сейчас несчастных людей ужасными методами. Ну и вот они в пустыне, в неизвестном месте, они никогда не были в таких местах, они кроме рабского своего жилища и работы ничего не видели. И вдруг они видят гору, на которой блистают молнии, гремит страшный гром, и дым идет столбом. Ну и, конечно, они испугались, прижались к горе. Это люди, это свойственно людям иметь инстинкт самосохранения. И только Моше, которому Бог сказал, что он в безопасности, он отдал свою дань. Фактически это было жертвоприношение. Он себя принес в жертву всему выведенному народу из рабства и пошел в неизвестность. Ну, представьте себе, столб огня на горе, который упирается в вечность. Вы задумывались когда-нибудь о том образе Бога? Ну вот как он может выглядеть, да? Он маленький, большой, он с мышцами или он худенький, аскет. Он бесконечен. Бесконечен. И сейчас вы в этом убедитесь. Вот я открыл вам. Ну, считайте, что это в вашей жизни, ну, наверное, на уровне чуда, да? Эйнштейн открыл закон о том, что Вселенная бесконечна. А в Библии прямо сказано о том, что он владыка Вселенной. А значит, он больше, чем она сама. А? Как вам? Он бесконечен. Он бесконечен. А есть ли у него какие-то, ну, давайте по порядку. Ну и дальше он разговаривает с Моисеем, и Аарон вдалеке, близко подойти к огню нельзя. Ну, это, представьте, что это за огонь, который упирается в вечность. Ну, там просто все горит кругом, плавится, металл, не металл, камни, но только не горит Моисей. Он становится невероятно красивым. Как сказано в Библии, лицо у него
горит светом звезд. А вы знаете, что вот люди, которые любят друг друга, это ситуация любви, невероятной любви, заложенная в Творце. Если люди друг друга любят, вот вы посмотрите на себя в зеркало, мы все созданы по образу и подобию Божию, так Он решил. Если вы влюблены, вы красивы. Это начинают замечать все. Даже девчонки, которые раньше вас не замечали, и вдруг вы влюбились в их подружку, они пытаются у них вас отбить, потому что вы другой. Я думал над этим когда-то, почему такие инстинкты у них появляются. Ну да, был случай, когда я ехал в троллейбусе с одним бандитом, в детстве у меня, ну, в молодости, совсем молодой пацан, 14-16 лет, одни бандиты были в друзьях. И сам я далеко от них не уходил. Ну, уже я из армии пришел, уже в институте юридическом, отличник, круглый. И тут я встречаю откинувшегося из тюрьмы парня, а он только-только вышел из тюрьмы. Человек, который никогда не говорил лишних слов. Он такой какой-то был угрюмый. Помню Саша, фамилию не помню. И он мне говорит: какой ты красивый. А это 12 часов ночи, от бандита это слышать. Причем мне, которого он знает, как тоже такого же, как он. Но я уже другой, правда. Потому что я уже служил в армии, а он сидел на нарах. Я был красив. Потому что я любил. Я был влюблен, и все женщины на меня смотрели. Да, ну это я шучу, конечно. На самом деле я это не замечал, потому что для меня существовала одна единственная, да. Ну и вот, продолжается эта тема, и Бог ему говорит, что, ну, многие важные вещи, и о которых я расскажу в следующий раз. Ну, первое, это что он сказал. Я Бог. Я Бог. И не будет у тебя никогда никаких других богов. Задумайтесь, друзья. Есть много религий, где боги изображаются там как-то вот так, как-то в индусов по-разному, есть разные... Ну, вообще религия сама по себе, я считаю, никакого отношения к вере в Бога не имеет. Это все обряды, это все выдуманные людьми, а скорее всего бизнесом, потому что любая религия – это бизнес сумасшедший. Много денег, миллиарды. Самая богатая страна в мире – это империя Папы Римского, католическая церковь. Это государство, в котором... Если бы все деньги, принадлежащие ему и имущество, выложить в бриллианты и затем положить на пол, да, то все государство было бы в бриллиантах. Вот столько денег. Да, вот что такое религия. Ну, забыли. Она помогает во многом в становлении человека. Но вот о чем я хочу рассказать. Я Бог. Сказал он, и не будет у тебя никаких других богов. Ни у кого из вас, кто хочет стать счастливым, пусть его и не будет. И вы меня поймете дальше, почему. Ну и дальше он говорит важное. Я только две его приведу, два завета. Остальные оставим на завтра. Не рисуйте моих изображений. У меня нет лица, у него нет лица. У него нет ни рук, ни ног, потому что он дух. Ну, он дух почему? И об этом не я сказал, об этом сказал один из самых великих философов мира Гегель. 200 лет или 150 назад в Германии. Ему сегодня до сих пор уделяется очень большое внимание философии, потому что он единственный из философов, который открыл законы
как и физически. Его обожал Ленин и Маркс. Они считали его чуть ли не Богом. Да, он велик. И он представлял Бога как нечто. Ну, не буду я в философию ударяться, но скажу только, что не может быть у, пусть благословенное имя его, у Бога руки, ноги, потому что он бесконечен. Они были бы бесконечны. Но он живой. И у него есть сердце и душа. Но наполнены они любовью. Любовь спасет мир. Они наполнены любовью к людям. И это очень важно понять. И есть еще, что наполнено идеями. Это разум Бога. Когда ко мне приходят люди и говорят, чем мне лучше заниматься, каким бизнесом, я, не зная еще о этой тонкости, о разуме, я ведь сейчас, только сейчас, недавно стал здесь выходной шаббат, и нужно не работать. Ну и вот, поскольку я соблюдаю эти законы страны, которую я обожаю, в которой я стал свободным морально, да, я стал задумываться над многими вещами. Почему же я раньше всем говорил о том, что не спрашивайте меня, каким бизнесом лучше заниматься? Тем, что Бог подсказал. Тем, что Он достал из разума своего и дал тебе. Если ты бизнесмен, ты хочешь денег, хотя это отдельный вопрос, ты можешь быть и не бизнесменом, но почему-то все хотят денег. Вот дай деньги, и много денег, немало. Ради денег судятся за всякое имущество, убивают. Все убийства, 96%. Из-за денег, из-за ненависти и желания ограбить ближнего. Я счастлив, что я один, и никто меня не убил и не отравил, кстати сказать, из-за этих проклятых денег. Да, так вот, если ты бизнесмен, ищи, что сказал тебе Бог. А как найти? Для начала молиться. Фу-фу. Молиться. Молиться. Только там я забираю свою собаку. Кстати, у каждого живого существа есть душа. Не забудьте об этом. Да. Нельзя узнать мысль Творца, ну или человека, если ты с ним не общаешься. Если ты с ним не говоришь каждый день, пока ты не получил желаемое. Вот тебе что-то нужно. Конечно, ты ходишь за этим человеком и спрашиваешь его, ну, пожалуйста, ну, помоги, ну, дай, дай, дай то, что я так хочу получить. И вот если ты с ним разговариваешь, ты получишь эту идею. Если ты бизнесмен, если нет, ничего не получишь. Потому что на самом деле ты можешь стать супермиллиардером, будучи великим художником или творческим каким-то человеком. Удачи, друзья. Дальше я продолжу. Позвоните родителям, они ждут вашего звонка. Ну и уделяйте внимание разговору с Творцом. Он слышит вас. Для этого вы должны верить, надеяться, любить и бояться. И главное, уповать на Него. Все, что в вашей жизни происходит, поверьте. Самое страшное, что вы считаете сегодня, и я вам приведу для этого примером кучу, такую жизнь прожить. Все вам на пользу. Удачи. И считайте, что это вам разумно родитель рассказал. Пока.